Умотался я, ребята, вообще просто в усмерть. Я вот сейчас у меня какое соображение, только одно, что, знаешь, в будущем как-то все-таки щадить здоровье. Вот для того, чтобы снимать свои ролики, вот я уже не первый раз подумываю об этом, чтобы где-то найти такую позицию, с которой просто на зуме вот, или вот так вот сидя перед окном, снимать реальности, что-то там рассказывать, но не эти, сколько километров я сегодня прошел. Я не знаю, это можно померить, но мне кажется, что 5 километров в час, да, а ходил я часа 3, не знаю, возможно, я думаю, что километров 10 я сегодня прошел. И это, ребят, выше моих сил. Это уже второй кофе, это заведение называется... кондитерская. Здесь мы постоянно раньше сидели с Аней, с которой у меня записано интервью. Зайди в раздел интервью у меня. Своими интервью я горжусь. В общем, с ней у меня записано тоже интервью. В общем, вот мы с ней... Это она мне это место показала. Вот туда идти, прямо по улице Большой театр, где она работает. Вон туда, метро Трубное. Буквально здесь минут 5 ходьбы. И ну, нормально здесь. Здесь хороший кофе, хорошие сладости. И вон там, видишь, в центре кадра темнота. И там направо пойдешь, там такой приватный уголок имеется с диванами для желающих. Ну, а для меня сейчас вот эта позиция самая лучшая, в общем. В общем, так, ребятки. Надо добраться до дома и там снова включить секретные материалы. А здесь у меня, сейчас я тебе покажу. Вот, пожалуйста. Робинзон Крузо и Мишель Монтень.